Как и положено по графику, с 1 апреля в Десногорске стартовал месячник по уборке города. Коммунальные службы, Смоленская АЭС-сервис, подрядные организации, работники атомной станции и все желающие приводят в порядок улицы Десногорска и дворы жилых домов. Также очищают дороги и тротуары от грязи и песка. Санитарная очистка идет полным ходом. Очищаем тротуарное покрытие от песка, от скопившегося мусора, очищаем газоны. Вот в дальнейшем будем красить деревья, красить малые формы. Особое внимание уделяется городским дорогам. Ведь чистые и ровные дороги – это в первую очередь безопасность десногорцев и гостей города. В настоящий момент происходят работы по уборке автомобильных дорог. Это Н4, Н5, Н7, Н9 и Н8. В течение 2 недель службы благоустройства вот эти объемы будут выполнены. Глава города Андрей Шубин лично инспектирует все участки, на которых проходит уборка. По его словам, это отличная традиция муниципалитета, объединяющая поколения и пропагандирующая общечеловеческие ценности. Ведь лишь благодаря совместным усилиям власти и жителей города Десногорск всегда будет оставаться жемчужиной Смоленской области. Уважаемые жители города, просим вас обратить внимание, что мы произвели уборку территорий и просим поддерживать ее в чистоте. Традиционным финальным аккордом месячника станет общегородской субботник, который запланирован на 30 апреля. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.